шагаю ногой, раз, отпускаю, представляю, два. И здесь у него уже рычаговая здесь, а вот сюда поворот, и вот она сама. Смотри. Вот это я буду требовать обязательно. Неважно, какое было движение в начале, важно. Раз. Если мы идем на ОМАТЭ, посмотрите, какое движение. То есть я как бы обхожу, если я к нему иду, и вот так. Я обхожу мимо и воздействую на его локоть за счет вращения. Оп. И вот здесь у меня об колено рычаг. Дальше я поворачиваюсь, это если я на колени не хочу опускаться. И... А почему три сан? Разъяснение для старших. Ични сан. Три. Раз замкнул, два замкнул, три замкнул. Есть сильные парни, прям конкретно, даже конкретно не сильные. Поворачиваю. Это здесь большой. Да. Значит, какая ошибка? Видно, Валерий Николаевич? Да, видно, видно. Вверх пошел. Да не вверх пошел, спиной повернул. Это недопустимая ошибка. Во-вторых, если... Да, вот здесь он уже ничего не увидит, а в следующую секунду будет проблема. Смотрите внимательно. Во-первых, он так не делает. Видите? Он смотрит. Даже если я сейчас, например, пойду на технику, комнату или будет, или ура ему за спину, он смотрит, что происходит. И все эти действия, он должен знать, что происходит. Да, он потерял руку. Это не значит, что он потерял все.